Из зоны, что ли, сбежали? Я бы туда не поехал, понимаете? Что за жаргон у вас какой-то? Вы не понимаете, что... Я понимаю, это вы меня не понимаете. Я там бы развернулся бы и поехал бы в эту сторону. Вы меня неправильно поняли, я повторила адрес. Мы сейчас едем на правильный... Мы уже доехали до туда почти, ты только в конце говоришь. Кричите на меня. А как еще назвать... А кто? Вы могли бы там сказать, вы куда поехали, мы едем. И так себя ведут там. Я... Почему? Мы поехали туда, вы смогли бы уже... Вы проехали сказать, 5 метров, вы проехали 5 метров. И что? Какие 5 метров до Дома пионеров доехали? И то, что вы проехали 5 метров? Я за это заплатила. За то, что мы поехали на Советскую 29. Я за это заплатила. На Советскую 29. Мы не доехали до Советской 29 еще. На вашей машине конкретно еду, такси. Я не просила. Мне смысл так ездить. Слушайте, давайте закончим. Мы сейчас доедем, деньги вам заплатили, все нормально. Нормально сказал. Я нормально сказал. Все, я адрес перепутал, говорит, вот здесь давай развернемся и все. Я бы сразу понял. Мне вот эти круги... Заказ дали Советской 27, потому что я туда еду. Не надо матом орать на меня. Я вам ничего не сделала такого, что вы на меня матом орали. Катайся вон на пылесосе. Буду кататься на пылесосе, но это не ваше дело. Вы баранку крутите свою. Я на работе, вы понимаете? Я понимаю. Заказал, меня тоже, люди ждут на Советской 27 рядом.